Делюсь результатами дегустации абсента из набора Густа и эссенции Престиж. Ссылка, как это было сделано, сейчас появится на экране. Абсент из набора трав получился довольно насыщенным. Чтобы его по достоинству оценить, нужно быть любителем этого напитка. Под борщ с салом точно не пойдет, а вот под кубик сахара вполне. В отличие от других аналогичных наборов, в этом чувствуется горечь. Возможно, это следствие перегонки через апельсиновые корки. Абсент из эссенции более легкий. Его и абсентом-то назвать можно весьма условно, только отдаленно по запаху. Но зато этот напиток подойдет всем и всюду. И под борщ, и под шашлык, и в большой компании. Смотрите еще больше интересных рецептов на нашем канале по ссылке.